У меня тут такое дело. В общем, один парниша, молодой начинающий артист, рэпчик читает, поет, предложил мне фитануть с ним. Ну, я подумал, что я буду просто так фиты направо-налево раскидывать. Вы сейчас офигеете. Я ему сказал, давай ты на матрасе поплывешь в эту погоду, в октябре, в Москва-реке, и мы тебя там заснимем. Он, недолго думая, согласился. Лютый отморозок. Просто представьте себе, вот Москва-река, ледяная вода. Главное, чтобы он только не утонул там. Представься. Кирилл Мойтан, беспредельщик. Буду топить фламинго в Москве-реке. Следите обязательно за событиями. Я надеюсь, меня не посадят. Все будет в порядке. Пацаны, ребята, наши подписчики. Я тут время зря не теряю. Ищу для вас девчонок классных. Отходи. Давай сейчас, брат. Давай. Мы вообще постанову не снимаем, но ладно. Пацаны, ребята, наши любимые подписчики. Да чё, блядь, мы уже все сняли. Так, дорогие друзья, мы... А, ты ведёшь, ведёшь, он пишет. Сейчас, подожди, я симпатично сделаю. Сейчас, наверное, так просто. Давай. А, ты понимаешь, они думают, что ты неискренняя. Я хочу тебя раскрыть. Это меня ранило сейчас до глубины я души. Я хочу тебя раскрыть. Каждый дизлайк, как просто стрела. Посмотри, в моё остановись. Сердце. Остановись. Остановись. Я тебе сейчас задам серьезный вопрос, душевный. Давай. У тебя есть дети? Нету. Видите, она искренняя. Мы едем их делать. Я продолжаю выруливать контент этого никчемного влога. Блядь, нет, у меня очень грязно. Амиран сказал, что у меня очень грязно и воняет. Ладно, так, дорогие друзья, сразу на входе. А вы понимаете, что когда я встречаюсь с Амираном, я надеваю дресс-код Амирана, белое и черное. Лера, это не бьюти-блог. Это мой влог, и я его веду. Минус Олег плюс Лера, вы этого ждали, вы это получили. Олег поменял пол, и теперь я буду вместе с вами. Я переигрываю, но и вы переигрываете. Иди, смотри, ты же не была у меня никогда, да? Первое впечатление. Давай я подержу, давай, сними эти старые туфли. Купишь мне новые? Зачем ты одеваешь Nike носки? Купишь мне новые? Спасибо, что купил мне новые! Слушайте, а на видео кажется, что у него огромная хата. Девчонки, выдохните, у него просто погреб! Правда? Маленький! Правда? Больше, да, кажется? Серьезно? Итак, что есть Амиран? Пахнет как макароны, выглядит как грибы. А слабо съесть вот кусок арбуза с луком? И умерла. Блять, короче, я в Питере, спускаясь из своего номера на саундчек на площадку, по-моему, застрял в лифте. Ну, как обычно. Так вот же нельзя делать, да? И так волнение закрадывается, а еще и лифт дает сбой. Что ж ты не открываешься-то? Блять, Дэн! Ну, пипец. Сука. Надо выйти уже из этого лифта, доберусь пешком. У меня лифт застрял. Ты слышал? Да. Пипец, блядь. А что ты здесь делаешь? Я в Питере, у меня концерт, саундчек. Что ты тут делаешь? А я приехал на фламинго плавать тут сначала. Блядь, ты можешь поплавать в Москве сначала? Ну, я и тут хочу. Блядь, вообще псих какой-то, у меня преследы. Теперь услышать вас еще громче. Вы готовы? Гуляем! Хочется кое-что еще вам здесь презентовать. Кирилл Мойтан, давай.
настоящий рок-стар. Ты разорвал Питер? Блин, мне кажется, да. Да? У меня были сомнения по поводу моей программы, потому что я сделал кое-что новое. И теперь у меня вообще нет сомнений, что на концерте 12-го это будет оргазм всех. Это второй сольник Сани. Второй большой сольник, да. То есть обычные концерты, а это большой сольник, к которому готовятся все. Ну, я думаю, что некоторые помнят, как это было у нас в прошлом году. Все руки в воздух! Ровно год назад, 8 октября, да. А в этом году 12 октября. Ты уже сколько песен выпустил после того концерта? Ну, штук 6 точно. 6 треков? Да. Какая больше всего по душе? Про папу? Ну, про папу, конечно. Я ее ни разу не исполнял. Вообще вживую никто? Вообще ни разу не исполнял. Ну, она такая, самая, наверное, сложная песня в моей жизни. У меня есть фотки, когда я ее сочинял, летел в самолете. Да. То есть начинается же песня «Этот полет, мысли в небеса». Мой самолет собрал тучи все. Я реально каждый раз, когда начинал писать, у меня слезы текли, и я себя фоткал. Тяжело было. Да. Скажу привет, я соскучился. И маме один раз показал вообще, в каком состоянии я записывал этот трек. И, ну, каждый раз, когда о бате думаю и я об этой песне, то у меня так, знаешь, ну, тяжело, короче. Мне кажется, надо спеть, братан. Потому что наши всегда нас поддерживают. И атмосфера офигенная. И душевная. Ты вспомни, как копилка зашла. Ну да. Это копилка. Я знаю, это было больно, но так нужна мне еще попытка. Хочу понять ее, но пьяные от избытка. В этой крови адреналина на двоих, но тут снова стекло. Ребята, бинго-бум теперь появился онлайн. Можно заключать пари на любимых онлайн-играх. Все это легально, официально и с государственной лицензией. Все ваши деньги находятся под защитой российского права. Переходи по ссылке внизу, пройди простую регистрацию, введи промокод SUPERHACH1000, подтверди в чате, что тебе есть 18 лет и получи 1000 рублей на бонусный счет. Активируй свой аккаунт до 9 октября и участвуй в розыгрыше 10 призов по 10 тысяч рублей. Выбирай любимую игру, заключай пари, играй и не парься. Все это официально и легально. Ссылка внизу. Удачи тебе! Как дела? Такое дело едем делать! Холодно? Охренеть! Ну что, ты сейчас пройдешь посвящение? Да. Мы заезжаем в BMW! Мы заезжаем в BMW за новой BMW! И я, кстати, разбил лобовое, смотрите. Да ты что? Да, мне камень подлетел из, прикинь. А там уже знают об этом? Из-под колеса. Или ты взял меня, чтобы смягчить удар? Да. А знаешь что? Я не была бы, я была в BMW в Германии. Да. В музее, который оказался закрытым, мы посмотрели только какие-то заборы. И вы это видели, да. Ну нет, какие-то там экспонаты исторические. А в Москве не была. Ура! Ничего себе! Когда... Привет, дорогой! Пойдем сразу тебе покажу все, что я наделал. Да, давай. Я разбил лобовое. Но это не я. Смотри, из-под колеса выкатилось. И сюда бух. Прикинь. Большое колесо, какой-то круглое камушек, колесо. Камушек из-под газели. Из-под GoPro, по-моему. Из-под газели, брат. Нет, клянусь тебе, камушек из-под газели. Или бух. Или из-под Sony. Нет. Ты какой идеальный. Ну, зачем камушек мне врать? И вот здесь еще, короче, один хрен. Взял и знаешь, что сделал? На колесах ограждение дернул и ударил мне сюда. Ну что, казнить нельзя помиловать? Пойдем, где? Пойдем грустить. Да? Привет. Катя, привет! Привет. Вот это ее?
Да? Навсегда! Та-ра-ра-ра! Ну, конечно, голубая, но чем... Слушай, она тебе очень идет, Лер. А вот эти бумажки хорошо смотрятся. Она тебе очень... Да. Не, правда? А это, вы охранять будете? Нет, я же водитель, у меня же нет прав. У тебя нет прав? Да. Лера, не говори все, что у тебя... Нет, да, тебе сейчас не дадут машину, тупица. А мы обычно не проверяем. Да, да, она тут, ну, странная. Вообще. В смысле? Там ручное. Ты чего? Я тебя сейчас отхерачу, ты чего меня позоришь? Я сказал, у тебя есть права, и ты его умеешь водить ручную. Что я коробка? Да, правильно, но фабрика, все на механике. Прав на механике? Ну да. Нет, это шутка. Ты не видишь там механика? Все, я ухожу. Покажи свои права. Нет. А я, кстати, там хорошо получилось. Новый тренд нашего предпарка. Все машинки для механики. Вот, видишь? Ой, как хорошо. Нравится? А, Катя, покажи какие-нибудь штучки. Там, я знаю, вот это разноцветная штучка. Ой, да. Начинается. А тут все в дебилов превращаются, да, когда машины забирают? Да, это ключ, Лер. Так, теперь что? Кнопку нажми. А где здесь кнопочка? Уйди отсюда. С той стороны сяду. Кнопочка вот. Какая? О, я помню, видео был наверх, да? Так, сиденька продвиганька. Смотри, 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 смотри. Смотри, смотри. Ничего себе. Сейчас сюда будет проекция. Да, прикинь, офигеть. Тебе нравится? Спасибо, Мирош. Катя, Катя. Ее Катя зовут. Мне Катя нравится. Блин, Катя, а он полную стоимость уже внес или только аванс? Что? 5%. Катя, на сколько вы ей даете? На второго. Я уеду. На неделю. Лер, главное не разбить за неделю. Это программа минимум. Тебе дали на недельку сбавь градус радости. Не, ну на недельку, Кать. Я не за этого спала с Мираном, чтобы на недельке... Ну да. Меняемся. Блин, здорово. Кать, пожалуйста, давай ее оставим одну, пойдем. Все. Давай, пока. Брат, с победой. Красава, дашь автограф? Нет, брат. Почему? Брат, красавчик. Димон, красавчик. Это твоя? Брат, на, вот. Блядь, красава. А, чувствуется. Тарасовым пахнет, чувствуешь? Чувствую, Тарасовым пахнет. Брат, спасибо. Короче, как вы уже поняли, иду на стадион Локомотива Черкизово. Буду болеть сегодня за Лока. Еврокубковая игра. Надеюсь, Лока победит. И надеюсь, что получится вам что-нибудь прикольного поснимать. Ну или хотя бы просто все вместе поболеем. Так, ну что, ворвался к ребятам. Сейчас будем болеть. Руки приготовил? Да. Здорово, пацаны, здорово. Да, я вот сюда встану. Че, вроде нормальное настроение, да? Сейчас услышишь такое настроение. Да? Сейчас зафигачь. Ну, сейчас, ребята, сейчас будет это? Пуля. Сейчас будет пуля, просто взрыв. Все готовы? Будет взрыв, брат. Готовы? Положу фоточку. Давай. Текила! Паровозы! Привет! Пацаны, просто непередаваемая энергия. Приходите сюда, на южную трибуну, и вместе с нами заряжайте. Просто эмоции офигенные. И ну, вообще огонь, блядь. И Локомотив красавцы. И все пацаны здесь тоже красавцы. Вперед, Локомотив Москва! Вперед, Локомотив Москва! Стоять, блядь! Твои ноги, молодцы! Двигаются в танце, слоны! Бля, красава, пацаны, я вас люблю. Блин, пошло на паровозы. Бля, какие вы ублюдки, я вас люблю. Просто мрази, блядь. Братан, за счет моих ног, блядь, смотри, на табло 3-0. Понимаешь?
хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы пришли, потратили свое время. И за то, какую энергию мы сейчас обмениваемся. Я кайфую. Готовы спеть еще вместе со мной? Не знаю, мне так одиноко было в спальне. Ты серьезно? Да. Ты вот так вот? Уснул, вот так да. Вот, под музычку? Да. Прости, прощай, моя любовь, тебя уже почти не стало. Да, да. Разрываю руки в кровь, я не сошел с ума, так надо. Да, со спермой на руках. Боже, неужели это кому-то интересно? Это что, простите? А, вот это? А вот это? Если ты попала к нему в гости, и с первого раза не надула, с первого вдоха не надула этот шарик. No. А ну-ка покажи. No. Надо было в перчатках его брать. То ты автоматически сажаешься на такси и едешь домой. Как ты думаешь, что это? Это явно не презерватив, знаешь, я видала в своей жизни. Нет. Итак, женщины, если ты хорошо готовишь, у тебя большая искусственная грудь и надутые губы, вырваны комочки биши, вставленные в скулы. Что это? Неважно. То тебя здесь ждут. Ты нужна здесь. Что такое? Это астрологический шар. Это микрофон? Нет. Блядь, мы видели в Ротбе улицу. Нежная, как шелк, сладкая, как мед. Было между нами, сердце не врет. Жаль, мы не в кино, а любви большой, в финале по-другому. Ну, а сейчас, дорогие друзья... Блядь, там жесть, да? Вы попадете туда, куда не ступала нога женщины уже как минимум 2 месяца. Кажется, ты бежишь, живешь без секса. Идемте. А кто спал там? Я. Вы как минимум можете сейчас понимать, что у него есть 2 пары. Вот самое прикольное. Туалет, поэтому рекламная пауза. Давай, забери с собой камеру. А я заберу. Братка, наконец-то у тебя девушка появилась. А, это Лера. Лерка. Привет. Привет, я тебе помогу. Ты снимаешь. Ты Генка, классный парень. Привет. В смысле? Мы вообще-то с тобой в одном блоге. Брата, спасибо, что нашел время заскочить. Я тебе сейчас быстро в 2 словах объясню, что тут происходит. Короче, парниша, молодой из Ростова, наконец-то мне прислал нормальную песню, куда я запрыгнул. Сделал с ним фит. Да. Потом он имел наглость, понимаешь ли, предложить, давай снимем клип. Я подумал, ёпты, ты чё, охерел? Я говорю, сделай что-нибудь угарное, смешное, тогда... Я готов. Бесплатно. Да. Бесплатно вообще. Если бы он заплатил бы, столько, как обычно, все попилили бы. Мои 10%, твои 90%. Короче, в итоге... Я запомнил. В итоге я уже трек записал, мы сейчас снимаем клип. Это режиссер, бро. А, режиссер, привет. Бесплатно будет? Это Кирилл, бро. Привет. Ты кто? Кирилл Майдан. Красава. Спасибо. Амиран Сардар. Он поплывет через... А, ты главный герой. Да. Это моя девушка Лера. Ну, подруга. Я знаю. Пойдемте. Слушай, ну я на самом деле подготовил тебе девушку, с которой ты будешь. Но раз ты с Леркой, то... Пожалуйста. Предложи другие варианты девушек. А, Кристина? Кристиночка? Вот. Очень добрый, всем привет. Привет. Очень приятно. Привет, это Амиран. У нее такой, видишь, низкий голос. Она крутая. Я не обижусь. Люблю это я тебя. Это бизнес, не любовь, Амиран. Девчонки, что я вас заставлял делать, когда Амиран приедет? Спросить, кто это? Да. Бро, я девчонок снимаю, я говорю, кто знает Амирана? Я не знаю! Отъебись! А я не знаю! Программа готова? Да. Камера? Мы идем ближе. Качаем руки! Мы делаем ближе. Мы снимаемся в клипе. Как бы.
автомобила. Ты дома на месте. Повернись лицом туда. Нет. Если не зайдет, то мне не будет. Что ты не спишь, мы делаем движ. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребята, все молодцы. Спасибо. Такой взгляд у тебя задумчивый. Ну, блядь, да потому что, ну, это отважный поступок. У тебя теперь зато будет что рассказать девушке, когда она у тебя на первом свидании спросит, блядь, такая на понтах. Что ты делал в этой жизни сумасшедшего, ты, блядь? И ты такой, хуяк, я, блядь, Москва-реку в октябре переплыл на розовом фламинго. Подожди, я только сейчас понимаю, вы хотите прямо возле Кремля это делать? Прямо возле него. Вы что, ебанулись, блядь? Бля, кстати, хотел спросить, я же с Ростова, и прописка у меня ростовская. Если меня сейчас менты поймают, мне надо говорить, что я приехал на денечек? Брата, на денечек, да? А заедешь на хатку ты нормально, на суток 15. Бля. Вон камеры везде. Спасибо, братан, что мы именно в моей машине везем твою фламинго. Блядь, ты посмотрите на него, он уже очкует, блядь, по полу. Да нет, все нормально, я хочу, чтобы ты не переживал, блядь. Да я не переживаю. Ой. Там справа возле здания, там стоит, походу, ходит по той стороне какая-то охрана. Чувак в костюме прям большой, похож на ФСОшника. Напротив здания тоже какой-то охранник, скорее всего, машина какой-то тут. Чтобы вы понимали, мы в самом центре Москвы, возле Кремля, он собирается спуститься на этом фламинго, но мне кажется, у него будет 3 минуты. Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго, все танцевал когда-то. Бен, у него получилось! Красава, посмотрите! Дневник Хотя на центре Москва-реки. Мог бы так? Нет? Псих, да? Да, не говори. Течение постоянно сносит туда, вот гребет, гребет, его сносит, сносит. Хача! Москва, река официально прохачена. Продается много билетов. Я надеюсь, то, что у нас будет прям sold out. Но на всякий случай для подписчиков дневника Хача ссылка на билеты по специальной цене со скидочкой. Ты же приложишь в описании? Да, да, да. Переходите, приходите, давайте поддержим, давайте затусим. Там будет специальная программа. Там будет моя тема тоже. Ну, в общем, мы напридумывали много чего прикольного. Надеемся, вам понравится. И это будет еще одно запоминающееся шоу. Бля, я не снимал все это время, блин. Я развел! Сука, 2-2!